веселый бомбы чувачком. На концерте в дискотеке Саша, поднимай мне в ухо мой голос и понял, находись голый баланс. Следующая песня о том, что на самом деле за 16 лет мы очень поумнели. Она называется «Мы идиоты». Спасибо.
Следующая песня, которую мы сыграем сейчас для вас, о ней было много разговоров. Это как раз та самая песня, на которой мы снимаем видео. Песня это абсолютно новая, и сегодня это абсолютнейшая премьера. Да, она еще нигде не звучала. Она называется... Как она называется, Колян? Что нам делать? Что нам делать? Удержите нас! Да, было бы здорово, если бы вы удержали. Спасибо! Нам тоже интересно. А может это потому, что мы пьяные с утра. Что нам делать, как нам быть? Давай, вырвайся! Научились мы песни-то писать, по-моему. По-моему, есть такая тема. Нет? Отлично. Спасибо! Следующая песня посвящается такому месту, которое вы все, наверное, знаете, в городе Москва. Это рок-магазин «Зигзаг», с которым работает Гарик Рамон. Которому посвящается несколько строк в этой песне. И, собственно говоря, ну, к сожалению, его нет, он опаздывает с работы. Но надеемся, что в процессе концерта он появится, и мы его вытащим на сцену, чтобы все были в курсе, кто это. Следующая песня называется «Один день». Поднимаем руки! Молодец!
Включаю музыку спокойно. Добро со снегом созвонюсь. Спросить, какие наши планы. Когда ближайший подкатил. Все наши разные сети. На воле ради красивей. Все ваши руна действия. Следующая песня уже довольно старая получается. Она называется «Думаешь, нет, говоришь». Ты дай мне
Поездив по стране, мы поняли, что самая большая проблема с панк-роком это в том, что когда люди приходят на концерт, залазят на сцену и прыгают в нее, их никто не ловит. На самом деле, надо ловить, в этом вся фишка. Если ты не ловишь никого, и тебя не поймают. И это самое существенное отличие между европейской, американской и российской панк-сценой. Следующая песня, которую мы хотим сыграть для вас, давно не играли, называется «Никогда». Обычно мы не свои песни играем в конце концерта. Но в этот раз мы сделаем исключение. Это песня наших друзей группы Spitfire, которую мы играли недавно в Москве и в Питере. Ехали с ними вчера, кстати, в поезде из Санкт-Петербурга. Очень весело провели время. Следующая песня... Очень много пили и курили всякого. А поставим рояль на страле, что-то время провели, это называем. Ну, типа того, да. На самом деле, следующая песня называется «Обыватель». Yeah.
все не успокоится. Не буду вылезать, я знаю все, что надо делать. Найти возможность наказать. Все забудяет наших мирных граждан. Надо уничтожать. Пойду голосовать. Все тетки обещают. Одни такие, как я, хранить мою дорогу. Пусть будет дядя Сэм. Христос и даже в пути. Я буду их любить, пока я люблю. Но руководки, тебе башни, горят во мне. Дай руководки, очень страшно. Сегодня мне. Ну что, готовы попеть немножко? Есть? Молодец. Есть база попеть у вас? Есть? Что это хуйня? Слабая база. Готовы попеть? А готовы громко попеть? Отлично, поем! Я знаю, я, ты мне на пять не смеешь.
Try your shit.
Следующая песня, которую мы сыграем для вас, посвящается изданию, которое уже не существует. Но песня почему-то полюбилась, на самом деле, нашим слушателям. И мы ее регулярно повторяем для них, хотя, в принципе, уже какого-то такого прагматического смысла в этом не было. Издание это называлось New Musical Express. И очень сильно нас бесило. Мы его закрыли. Перед тем, как мы его закрыли, мы написали песню NME Fuck Off, которая прозвучит сейчас в нашем праздничном концерте. Мы вернемся. Можете сходить тоже выпить пиво. Или не знаю, там что-нибудь помутить. Ребята, вы когда прыгаете... Спасибо.
на этом уже и остановимся. Саша, у меня все нормально с гитарой? Все нормально у тебя! Саша, Айдакин. Следующая песня посвящается средствам массовой информации, которые заебали глумиться над нормальными, обычными ребятами, которые играют музыку. Ты вообще на все честные рок-музыки в целом вообще? Следующая песня называется «Схема». Поднимайте руки, эй! Мне потребуется стойка, на самом деле, для микрофона. Я хочу пригласить на сцену нашего друга. Да, совершенно верно, тут уже угадали в зале. Доцента. Из группы «Дистентов». Приветствую! Доцент споет сейчас, на самом деле, песню. Вы знаете, какую. Они сделали кавер на нее. Это наша песня. И записали на альбоме даже. Хочешь что-нибудь сказать? Всем привет, парни и девчонки! Перед тем, как спеть свою любимую песню группы «Наив», хотел бы сказать пару слов. От всей группы «Дистемпер» и от всех фанов нашей группы поздравляю группу «Наив» с днем рождения. Хочу пожелать им рубиться еще как минимум столько же лет и делать такие высококачественные панк-рок-шоу, как сегодня. Вот, еще хочу сказать пару слов насчет группы «Дистемпер». 19 декабря ждем всех в клубе «Релакс», там будет наш концерт. Ну а теперь, Коля, я спою под фонограмму свою любимую песню группы «Наив». Утро! Солнце жаркое встает над моей рукой. Я спешу к тобой, я усталый и больной. А панел всегда со мной рядом. Я по улице
себя. Потому что я вчера изрядно напивался. Потому что я вчера всю неделю я со страшной силой улыбался. Всю неделю вечера я забыли на посту. Вы становились в ряд ярче солнечного дня. Шепчем и глаза горят. На изменность полуна я домой шагаю. Здравствуй, милая Москва, как сон мы повторяю. Постоянно повторяю. Потому что я вчера изрядно напрягался. Потому что я вчера всю неделю я со страшной силой убивался. Всю неделю вечера. Следующая песня называется «Героин меня убивает». Героин! Где героин? У нас большая техническая проблема в России. Посвящается нашему барабанщику Майку, Мише Полищуку, который играл с нами довольно долго, но очень увлекался всякими штуками и люками. Чё-то вы приуныли! Эй! Yeah.
свою ночь, как это прекрасно. Все, что совсем, совсем не паска. Потому что я точно знаю, как я без пару напеваю, что я луну лишь потеряю, и я не башню рот. Я люблю, когда умирает, а перед глазом погибает, и меня от этого болит вверх. Кстати, в зале присутствуют еще два участника группы «Наив», которые играли ранее в этой группе. Это Руслан Ступин, Ступорог. Я не знаю, где он сейчас. Ступорог, если ты слышишь, встань, покажись людям. Ступорог. В общем, я его видел, он в зале. Еще Денис Петухов, Пит. В общем, очень рад, что они пришли сегодня. Следующая песня называется «Пропаганда и реклама». Чем умереть?
опять пригласим нашего друга, но уже другого. Это Тихон из... Только более слышно. Это Тихон из... Еще раз, еще раз. Это Тихон из... Это знает. Тихон, выходи! Братское сердце! Где ты? Тихон! Тихон! Тихон, где ты? Еще раз, встречаем! Тихон, скажи, пожалуйста, что-нибудь именинникам. У нас сегодня совершеннолетие, 16 лет. Привет всем! Ребята, я вас поздравляю от ваших братьев, от нашей группы IFK. Мы на вас равняемся. Еще лет 30 в том же духе, и потом уже можно отдыхать. А лучше 40. Спасибо! Извините, что задержал. Да. Здесь немножко жарко, как я заметил. Снаружи холодно. Поэтому не буду особо трепать. Песня называется «Зима». Очень хорошая песня. Thank you.
Большой кусочек фонограммы, который мы попытаемся сегодня, ну, в общем-то, посмотрите, скажете, что получилось. Девочки, свояются меня на зале, а потом обними, а потом обмани. Маленькие счастья не смеются, тик-так, ни о чем не жалей. Просто так. Just because you're so damn, I'm sure you're ready. You're ready to die.
Спасибо. Кстати, на самом деле, для всех, кто не сумел забрать наше прочтение этой песни, хочу сказать, что в новогоднюю ночь на канале НТВ в программе «Не голубой огонек» мы исполняем эту песню. Так что, если будете не сильно пьяными или не будете спать, можете посмотреть ее. Новый год НТВ «Не голубой огонек». Сейчас блок Колинов песен, которые Коля поет. Я попрошу подтянуться всех и поддержать пальта. Ну, в самом деле, там, не подлипать где-то у стенок, поближе, поближе к сцене. Следующая песня, которую споет сейчас Коля, называется «Мы все устроим». Объяву. На самом деле, сегодня, вот в этот вечер, после того, как мы, лайв-группа закончила играть сегодня здесь в точке, приходите вечером в бункер, сегодня там играет ансамбль «Фантастика». Эй! Спасибо! Приходите, на самом деле, все, кто не допил еще сегодня здесь, приходите с нами вместе допивать. А следующий, который мы для вас сыграем, зовется «Скейтборд!» Все забывая, что заходит и тревожит. Я понимаю, это то, что нужно мне. Но в голове стучит, мне нужно осторожно. И внезапно ударное дозо всей жизни поднимает тучи сны. Просто поет громко!
Спасибо. Поприветствуйте его, эй! Постоянно зажигать, никогда не отвечать, веселиться, тут вставать, дожди, всю ночь подвигаться, много денег поднимать, еще больше пробивать, подошиву потребять, на смерть не убиться. Все это происходит неудачно, когда ты присутствуешь популярный. Сочинять одни хиты, что понятно для братвы, без залечья, без ботвы, без всякого отстоя. Никогда не убивать, ожидания воплощать. Вот какая жизнь у рок-н-ролла героя. Все это происходит невозможно, когда ты вновь суперпопулярный. Все это происходит невозможно, когда ты вновь суперпопулярный. Мечты сбываются.
У меня есть небольшое объявление, на самом деле, для тех, кто остался. Ну, осталось довольно много, я смотрю. Я много спрашивали, будет ли Наив еще играть в этом году в Москве. На самом деле этого не будет. Насколько я понимаю, снег меня поправит. Мы не играем в Москве больше. До Нового года. Но, на самом деле, 24 декабря группа Наив открывает концерт группы Ленинград в Санкт-Петербурге. В зигзаге будут дешевые билеты, типа 250. Если у кого-то есть время, желание, средства... Идеально-активизм, я еще и люблю звать это так. Можно, на самом деле, выдвинуться вместе с Наивом в такое небольшое путешествие. Так что подумайте об этом на досуге. Спросите у родителей, есть ли у них лишние 250 и бабки на дорогу. 24 число, Санкт-Петербург, Ленинград, Наив. Приходите! Дворец спорта и юбилей. Для исполнения следующей песни на ружа помощь. Обязательно поднимайте руки наверх все. Но кроме этого, все это уже нужно время. Да. Ну что, поехали! На самом деле, мне нужно позвать Ксюшу. Она сегодня уже была на этой сцене. Ксюша тоже наш друг, на самом деле. И сейчас она исполнит для вас песню, которая называется... Костина, ребят, давайте вот эту песню посвятим вместе группе Наив. Я хотела бы, чтобы вы все вместе пели со мной и куплеты, и припевы. Договорились? Я думаю, что все слова вы знаете уже давно, поэтому эта песня посвящается и мной, и вами, группе Наив. Поехали, песня «Я не шучу». Поднимайте руки, эй! Thank you.
Спасибо, Ксюша. К концу нашего вечера. Следующая песня тоже о любви. И она называется «Не могу забыть тебя». Не могу забыть тебя.
Похоже, что последний гость у нас на подходе, самый последний. Это пропеллер из группы «Элизио», который споет с нами песню. Он сейчас его сам представит и поздоровается. Все живые? Да! Рубилова готова? Да! Парни? Сорвется сына в ручья. Я плачу по машине.
Заходите еще 24-го в Питер, кто не забыл. Счастливо, это была наша последняя песня. Точнее, не наша, а Виктора Цоя. Все, пока. Спасибо. Если вы в это поверили, то вы полные бараны. Когда я перестану думать.
удивление. Все скажут, парень, вот куда. Поэт не больше, чем поэт. Покруче даже Шевчука. Какая песня будет? Спасибо вам, что зашли. Охренная публика! Заходите еще! Пока! Спасибо!